Всем привет, меня зовут Семен. Это тест видео на черном фоне. При помощи этого кликера я нажимаю кнопочку, у нас появляется презентация. Обратите внимание, что презентация слегка прозрачная, чтобы я мог на ней что-то показать. Ну и перелистывая слайды, включается следующий пункт 2, 3, 4, 5, 6. Обратите внимание, что у презентации автоматически вырезается фон, и вообще в это видео она вставляется автоматически, без монтажа. Соблюдается визуальный контакт, то есть куда я смотрю, туда же, куда и вы. И могу прямо на презентации что-то показывать. Но самая главная фишка нашей видеостудии – это вот это стекло, на котором я могу рисовать маркером. Мы пишем видео в 2К. 2К – это 2560 пикселей на 1440. Обратите внимание, изображение сразу же зеркалится, и я пишу так, как мне удобно. Давайте напоследок еще покажу, как стирается этот маркер. То есть, когда он подсохнет, нужно чуть посильнее нажать, и он легко стирается. Ну, это еще не высох, теперь высох. Используйте новые технологии.